принципе, отсутствует. Потому что поддерживают друг друга. Да, 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 именно так. Сложно их сравнивать, потому что они оба потрясающие. «Лететь» так называлась эта композиция. В переводе с итальянского тоже с прицелом на чемпионат мира «Валаре» исполнял диджей Бобо. Именно его голос вы слышали сейчас. Фантастическое, конечно, упражнение. Какова отработка эмоций вообще, художественности, взглядов. Ну и, конечно, необыкновенная техника работы с предметом. Поздравления от Веры Шаталиной, тренера гимнастки. Молодцы, девчонки. Сейчас ждем оценок. 18,8 у Арины Авериной за упражнение с мячом. Как оценят судьи исполнение... упражнение с мячом сестры. This is the time that we decide about the medals at the World Games 2017. And there's the score, 18-350. Second place for Дина Аверина. 18-35. Это второй результат. Но все равно гимнастка и ее тренер довольны. Оценка.